29 сентября прошел финал на звание мисс старшеклассница города. После ряда испытаний 8 участниц собрались в Михайловском центре культуры, чтобы получить хрустальную корону и стать единственной мисс города Михайловка. В конкурсе приняли участие Полина Печорская, Светлана Никифорова, Вероника Пономарева, Анастасия Зеленская, Руслана Юдина, Дарья Таран, Елизавета Невмержицкая и Анастасия Пономарева. На сцене участники продемонстрировали свои номера судьям, которые и решили, кто станет победителем. После показательных номеров прошел конкурс дефиле. Забери модельки. Отлично. Сделаем 3 шага назад. Итак, девчонки, вы в школе, многие из вас учились. Награждение прошло в номинациях. Дарья Таран. Громкие аплодисменты. Света Никифорова. Мисс Мимимишность. Вот такая у нас есть номинация. Сделай шажочек вперед, чтобы мы тоже на тебя посмотрели. И есть у нас номинация «Мисс Обворожительность» Анастасия Зеленская. Мисс Улыбка Полина Печорская. Полиночка, задержись на пару мгновений. Мисс на стиле Вероника Пономарева. Стильная девчонка, стильное движение. Мисс Грация. Награждается у нас Пономарева Анастасия. И награждается мисс голосования ВКонтакте Руслана Юдина. Хрустальную корону и звание мисс старшеклассница города заслуженно получила Елизавета Невмержицкая. Дмитрий Меркулов, видео Михайловка. Невмержицкая, громкие аплодисменты. Ого-го! Лиза, ну сделай несколько шажков вперед. Хотя сказать, преклони голову, да нет, это мы перед тобой должны. Все, девчонки, подойдите сейчас к Лизе чуть поближе и еще раз сделаем фотографию.